В ближайшую субботу, 2 апреля, в Беларуси официально стартует новый футбольный сезон. Состоятся матчи первого тура чемпионата страны высшей лиги. Единственный представитель нашего региона в этом турнире, Мозырская Славия, стартует домашним матчем против Слуцка. Итог своей предсезонной подготовки мозыряне подвели во время турнира «Кобрин-2016». В течение трех дней подопечные Юрия Пунтуса провели три игры. Обыграны команды «Кобрин» и «Брест-Жилстрой». Ничей завершился матч против «Брестского Динамо». В первой лиге чемпионат стартует только 16 апреля, а потому команд подготовка еще в самом разгаре. Подробности далее. Футбольный клуб «Гомель» успешно прошел лицензирование на участие в первой лиге. На минувшей неделе «Зелено-белые» провели два товарищеских матча. В среду гомельчане принимали футбольный клуб «Орша». Команда из Витебской области также выступает в первой лиге. Спарринг – возможность присмотреться к сопернику по чемпионату, а также поработать над своими слабыми сторонами. Главный тренер «Зелено-белых» Владимир Журавель не скрывает, что сейчас основное внимание игре в атаке. В первом тайме в составе «Гомеля» на поле вышли резервисты. Они не раз близко подступались к воротам соперника, однако до действительно опасных ударов не доходило. А вот гости своей возможностью однажды воспользовались. Во втором тайме тренерский штаб гомельчан пошел на кардинальные изменения, выпустив потенциальных игроков основы. На поле остались только три футболиста, которые начинали матч. Острых моментов Гомель организовал больше, однако забить смогли лишь однажды. Отметился Дмитрий Гом, за который буквально на днях официально стал игроком клуба. Отрабатываем какие-то действия в атаке, то, что мы работаем на тренировках. Поэтому непосредственно по этому матчу, ну, вы видели, что начинали у нас ребята, те, кто бы имели меньше практики. Ну, конечно, не обязательно этот гол, но было интересно посмотреть со стороны, как отреагирует команда, которая вышла после перерыва. Скажем так, ребята, которые у нас ближе к основному составу. В принципе, желание все это было, но тем не менее, время было предостаточно, чтобы исправить ситуацию. И одного мяча не хватило. Кстати, подписанием Дмитрия Гомзы Гомель заканчивает кадровую работу в межсезонье. Команда укомплектована. Я думаю, что мы на этом остановились. Во-первых, и нет тех ребят, которые могли бы реально усилить. Во-вторых, есть определенные условия, в которых мы работаем. И на сегодня Теслюк Алексей оформил отношения с клубом. Поэтому, я думаю, это уже у нас окончательно. Плюс Новик мы ждем, прооперировали колено, должен скоро вернуться в строй Игнатенко. До старта чемпионата Гомель продолжит тренировки в обычном режиме. Каждая рабочая неделя будет завершаться спаррингом. 1 числа едем в Смолевичи, сыграем, будет игра у нас. И 9 числа мы хотим осипующими сыграть, может быть, даже на земле. Спустя два дня «Зелено-белые» отправились в Бобруйск, где провели матч против Дубля Белшины. Ворота хозяев гости забили 4 безответных гола. Отличились Егор Трояков, Антон Терещенко и дважды Евгений Барсуков. Гомель «Желдортранс», также получивший лицензию на участие в чемпионате, на минувшей неделе провел два спарринга. Один из них с основной командой Белшины. Перед этим гомельчане подписали контракты с 6 новичками. Цвета клуба в будущем сезоне будут защищать Алексей Кравченко, Андрей Архипцев, Павел Трубило, Дмитрий Хижняк, Артем Федяев и Денис Галенко. Также команда продлила трудовое соглашение с рядом игроков. В Бобруйске Гомель «Желдортранс» уступил 4-0. На следующий день в Микошевичах гомельчане вышли на поле против еще одного представителя вышки «Гранита». Соперник был сильнее 3-1.